Свободных номеров нет, нас поселили в единственном люкс номере. Тортики хотим. Мы не привередливые. Самое главное, море, нет пешеходного перехода. Идешь такой по городу, идешь и устал. А тут хоп тебе, мягкий диванчик. Это что за богиня красоты? Что, друзья, вот Lara World Hotel. Свободных номеров нет. Да, мы добрались до отеля. Нас поселили вместе с моими родителями в единственном люкс номере. Завтра должны расселить по разным номерам. У нас целый этаж. Панорама. Смотрите, детская площадка крутая. Бассейн, это вся наша территория. Вот прямо море Средиземное, 200 метров. Пойдемте покажем вам наш люкс номер. Люкс, конечно, забавно звучит. Пляж хороший там. Первая комната, папа. Идем туда, туда побежим, где папа. Мама, Мика. Папа. Это большая кровать. Папа. И здесь джакузи. Всей семьей залезем, принимать будем. Мы на четвертом этаже. Как уже ранее сказал, все в одном номере. Надеюсь, завтра расселят нас нормально. Меня переодели. Водный подгуз, меня переодели. Лифт вот такой, как в квартирку заходим. Кушать будешь? Lara World. Зона ресепшн. Идем. Наполнить. Выберем место. Такой вот ресторанчик, арбузик, кафешки. Не стесняемся, все снимаем. Ну что, обзорчик. Что здесь? Вода. Яна, набирай на всех сразу. Тортики хотим. Арбузы. Хотим. Печеньки. Здесь чай и кофе, наверное. Приборы. Алкоголь за отдельную плату. Но это не для нас. Соки, вода. Территория уже за пределами кафешки. Ну, потом посмотрим. Бабушку не видела месяца 8. Сразу вспомнила. Наш первый арбуз в этом году. Ну, Мия говорит, да ну это арбуз, да? Я печеньку поем. У Яны капучино, двойной эспрессо. Все. Итак, полный Руслана состоял сейчас из двух двойных эспрессо. Ну, кофе, естественно, растворимо. Очень много печенек и арбуз. Сейчас на 2 часа. На 2 часа сейчас мы на пляж. И... Потому что ключик там на ужин. Не можем дверь взломать. О, взломали. Ну что, посмотрим, сколько идти до моря. Наш отельчик. Сразу какой-то магазинчик. Отель позиционирует себя как 3 звезды. И это, наверное, первый отель, в котором я не сомневаюсь, что на 3 звезды он прям и тянет. В нашем номере самое крутое — это вид. Потому что сам номер оставляет желать лучшего. Завтра нас должны расселить. Сегодня уверяют, что номеров нет. И мне вот очень интересно. Сейчас сидит семьи 3, наверное. Получается, их куда заселять-то будут? Как работает отельный сервис, непонятно. Ну ладно, мы не привередливые.
Самое главное — море. Очень жарко. Ну, первый небольшой минус — нет пешеходного перехода. Мы, конечно, пробежать сможем. Но, ладно. Давай вторую трубу доберу. Нет. Какой-то ремонт. Да, если с Аланией сравнивать, у нас там посимпатичнее дорога была, но я думаю, ничего страшного. Подальше потом проедем, пройдем, посмотрим. Небольшая стройка, свалочка. Зеленые пальмочки. Идешь такой по городу, идешь и устал. А тут хоп тебе, мягкий диванчик. Как вам? Да, тут или не достроили, или забросили, или я не знаю. Видок так себе от отельчика, пока топаешь. Говорим как есть, без приукрас. Сюда будут приезжать другие люди с детьми. Ну вот как раз расскажем, как мы сможем пройти, не сможем. Собак мы в Алании не видели, здесь уже сразу видно. Собаки есть. Мы не привередливые, но по сравнению с пляжем Клеопатры Алании, конечно, тут намного скромней. Песок, галька, пляж от отеля маленький, да и я смотрю, здесь как типа бухты. Слева ограждение, справа ограждение. Вода мутная. Ничего не видно, подальше надо. Пойдем на море. Ну не бойся. Не бойся. Держись. Теплая водичка. Это что за богиня красоты? Не знаю, слышно меня или нет, хочу доплыть до буйков, посмотреть, какая там примерно глубина. Ну вот, подозреваю, что где-то метров 8, наверное, потому что, в принципе, вот здесь где-то уже 3-5 метров. Уши закладывают. И привычки, да и вообще. Молодец, до буйков доплыл. Попробуем нырнуть. Метров 5 где-то. Метров 5. И под нами песок и всякие большие камни. По сравнению с Аланией, конечно, здесь поскромней. Но я больше чем уверен, что, как и в каждом месте, есть какие-то свои плюсы. Мы их обязательно найдем и расскажем. Вот это вся береговая линия. Прямо территории других отелей, скромненькие, маленькие. И вот мне очень интересна штука. Вот справа пирс, с него понырять. Друзья, сразу прошу прощения за плохой звук. Камера в чехле. Но мысли прут и хочется рассказать. По сравнению с Аланией, здесь местами очень горячее течение.
может быть, специфика именно Средиземного моря в этой части. Вот. Не знаю. Может быть, из-за того, что мы сейчас в июле, а в Алании мы были в сентябре, в начале. Интересно, это к отелю привязано, не привязано? Сейчас пробежимся, нырнем и узнаем. Только для пользователей. Написано, что только для посетителей конкретного того отеля, но разок можно нарушить такую штуку. Столики для вечернего ужина. Но не нашего. Где же наш ребенок? Вот он. Собак много, а в Алании было очень мало собак, но очень много кошек. Ну-ка, что это за машина? Дуранго, РТ. Ребенка мне дали. Моего ребенка. Собаки. Турецкий Игорь Корнелюк. Старое разваленное здание. В общем, в Анталии очень много собак. Со всех сторон. Еще каждая свою территорию защищает. У каждой собачки метка на ушке. Все собачки отслеживаются. Ладно, идем кушать. Ап-ап, сама. Что, друзья, вот Lara World Hotel. До моря 200 метров. Одну дорогу переходим. Ну, по времени. Минут 7, наверное. Пляж возле моря. Маленький пляж. Песок с галькой такой мелкой. Вот. Вода, ну, как и везде. Сейчас плотность населения большая, поэтому вода мутненькая. Заход в море, он не резкий, но, тем не менее, более резкий, чем в Алании. Если кто-то был, для сравнения. Давайте посмотрим, что здесь на ужин. Понравился. Поцелуй собачку. Мне очень интересно, есть ли у нас такой люкс, но какие простые номера. Мы еще подробно запишем обзорчик на этот номер, поскольку завтра мы съедем. Но под нами все. Бассейн. Там уже люди кушают. Музыка играет. Но вид, конечно, стоит. Вид стоит того. Прямо силуэт гора, не знаю, видно, не видно. По периметру такой балкончик. Мы вот задумали, что нужно, чтобы вот с такой авоськой не ходить, на поезд сумку купить. Полезная, крутая штука. Поищем завтра. Кстати, еще очень круто.
есть детская площадка, кто с детьми. Пока нормально. Это что за человек большой тут? Фонарик теперь показывает. Где? Бабо. Где фонарик? Всем приятного аппетита. Пойдемте посмотрим, что у нас тут есть. Суп из чечевицы, кстати, очень вкусный. А, они даже по-русски подписаны. Да, да. Сладенько. Чай. Кофе. Потом. Кофе, кофе с молоком, эспрессо. Класс. Вот сейчас я накинул кучу-кучу салатиков. Морковка такой стандартная с капустой. Круто. Водичка. Салаты. Горячие. И там на улице уже можно выйти и отдохнуть. Мы остались пока в помещении. Не выдержал, взял салат. Видов 5, наверное. Это киноа или что там? Бугур? Непонятно. Сыр, несколько видов соуса. Оливки. Какую-то траву взял. Чилаут-зона на первом этаже. Классно. Ресепшн. Классные фотообои, мне нравятся. Вот такие камушки. Турецкая баня внизу есть. Мы на четвертом этаже, по крайней мере, сегодня. Сейчас подробно вам покажем наш номер люкс. Выходим мы на четвертом этаже лифта. Видим зеркало. Всем привет. Вот такой вот коридорчик. С красивой подсветкой. Телевизор. Старенький, вот с какими-то штучками. Выход на балкон по каким-то причинам не работает. Телефон для связи, зарядки. Есть кондиционер, это плюс. Здесь прохладно. Ну, без прикрас. Все наши вещи раскиданы. Фотоаппарат. Здесь будем втроем спать, ребенок между нами. Зеркало. Что в люкс номере есть? Холодильник, который непонятно как работает. Вода. Куча всяких кофейков разводных, чайничек. Воду попьешь, Сайк? Тумбочка. Давайте покажем. Маленькая мусорка. Да, вот, чтобы понимали, люкс номер, откуда вытекает вода? Унитаз, ванна, непонятно. Унитаз спрятанный, вроде бы аккуратненький такой. Такая типа джакузи ванна. Ну, чтобы понимали. Оп-оп. И вот оттуда, наверное, и потекает. Это люкс. Ну, конечно, непривередливо, но... Зеркало, мыло, шампунь, мыло. Ну, сантехника старая такая. В принципе, можно на что рассчитывать. Это 3 звездочки. Вот. Фен есть. Полотешки на всех. Напоминаю, это люкс. Первая комната и вторая комната, потом мы их покажем. Тут 2 кроватки, балкончик, сейчас ничего не видно. Вечер, релакс. Вид во двор. Вот эта собачка там гуляет. В день приезда невозможно сдержаться, я объелся как слон. И сейчас еще чуть попозже пойду, наверное, пиццу. И... Попьем холодно. Ну и надо сегодня смонтировать день. Стараюсь монтировать день в день, иначе потом в Питере времени просто физически не будет. Ну как вам? Вид у меня. За спиной круто. В бассейне поплаваем уже завтра. Территория отеля небольшая, но хорошая. Прямо еще экран. Музыка классная.
Время 8:51, уже темно. Ничего не хочется, хочется просто наслаждаться жизнью. У нас такое место, такой вид, что каждые пару минут пролетают самолеты над нами. Очень красиво. Друзья, я буду стараться от видео к видео делать более качественный контент, более полезный. Все, что со словом обзор, это интересно для многих людей. Многие отдыхают в Турции, многие отдыхают в Анталии, в Алании, в Сочи. Вот. И поэтому давайте друг для друга записывать полезную информацию. Многие отдыхают с детьми. Поэтому чем больше полезного контента, тем больше у вас подписчиков. Да и мы вместе делаем хорошее, доброе дело. Оставайтесь с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, комментируйте.